Ты свеж, красив и молод. Занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария. Совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь. Сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию. И тебе заговорят твои радиостанции. Из программы «Подросток». А, так это вам в студию. Лежать! Быстро! Вместе, стойте! Лежать! Быстро! Успокойтесь! Что думали, весь Марк с экрана телевизора будете говорить, что мальчики слабые и стеснительные? Что девочки одни ведут эфиры и бла-бла-бла? Да кто вы? Я скрипучий, или Ярослав Панфилов, а я шкипер, или кипер Трофим. Опомнились, мы вас дразнили 2 месяца назад. А я проходил специальную подготовку со своей 25-й школой во всероссийских президентских играх в городе Сочи. Там я сдал нормы ГТО на отлично. А я 8 лет в театре, 8 лет играю на скрипке. В региональном конкурсе занял 2-е место, 4 года в английской школе. Do you speak English? You understand me, baby? Чего вы ржете? У меня за плечами 8 лет водного пола. В телемиксе на меня даже досье есть. Хочу стать пловцом, самым известным. И в воде я чувствую как бы себя настроенным на победу. У нас, парней, дел хватает. Это вам бы все сплетничать. А вы попробуйте закрыть рты и продержаться, как Трофим без воздуха. Скрипучий, доставай свое оружие мимимишного поражения. Отсчет пошел. 1, 2, 3, 4. Сдаемся. Ну что, не хватает силенок, слабачки, поздно в дифирамбы. Вот слова современных песен. По очереди прочитайте их, как лирическое стихотворение. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе я повторю 100 раз подряд. Ты не такой, ты не такой. Лови меня каждый день, и я буду самый крутой. Люди вечно что-то говорят, но ты не такой, ты не такой. Ты решила идти по краю, непослушная ты совсем. И как будто со мной играя, улыбаешься нагло всем. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Ну сколько мне повторяли, ты посмотри на меня, ну. Я все летаю, летаю, делаю селфи на память. А у меня такой возраст, что в голове барабаны. Бам-бам, ба-бам-бам. А у меня такой возраст, что в голове одни танцы. На-на-на, на всю, и ты попробуй нас догони. Танцуем, а попробуй останови. Мы танцуем, а попробуй нам запрети. Взрослый, на-на-на-на. Ну и на такой лирической ноте мы с Трофимом, пожалуй, начнем нашу программу. Эй, а про нас забыли. Тихо ты, а то еще нормы ГТО сдавать заставят. Yeah.
Мы с Рафимом так же круты, как и наша программа «Подросток», которая вышла в финал 4-го всероссийского конкурса «Медиабренд». Номинации «Лучший дизайн регионального ТВ». Судили оформление программы российские профессионалы в режиссуре, дизайне и зарубежные авторитеты. Так что поздравляем режиссера Ульяну, видеоинженеров и дизайнера. Как говорят, мужчина должен построить дом, воспитать сына и посадить дерево. Начнем с последнего. Силушку богатырскую и ловкость эквилибристов цирковой студии «Искорка» покажем. Зрители «Подростка», 1 июня отметим день рождения нашей программы. Девочки, начинайте печь пироги, парни, рисовать плакаты, устроим шествие. Каждый год весной в нашей стране проходит экологическая акция «Всероссийский день посадки леса». Сегодня мы станем настоящими лесниками и укрепим зеленые легкие нашего города. Вперед! Деревья делают кислород, по которому дышат. Очень красивые деревья. Мне нравится их садить, потому что они такие пышные. Ты так думаешь, это дерево я посадил, и гордость. Идею заполучить именное дерево предложил сам заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван Валентьев. Телемикс откликнулся, привез 25 саженцев, подарок приморской авиабазы. Ведущие подростка решили, деревья будут радовать ребят из детского дома. С ними мы подружились еще на субботнике. Итак, берем лопаты. Мы садим кольные деревья, чтобы здесь было красиво. Что нравится тебе? Мне нравится копать. Мальчики даже придумали свою технику копания. Садим пихту цельнолистую. Как это сделать правильно, расскажет Даша. Так как у нее, видите, корневая система со своей землей, то есть когда ее выкапывали, привезли вам уже готовую, мы должны выкопать ямку такого же диаметра. Но у нас получилось немножко больше. Ну, как бы сюда должны мы добавить удобрение и песок. Песка у нас в земле достаточно, мы его добавлять не будем. Можно, конечно, посадить дерево позже, полить его водой, но лучше, я думаю, сразу налить водички. Лей туда в ямку аккуратненько. Ложим пихточку. Ладненько. У нас ямка очень глубокая, конечно, получилась. Теперь мы подсыпаем ее землей. Ой, руками. Ладно. Можно лопаткой аккуратненько это делать. У пихты не такие колючие иголки, как у елки. Потом, если мы, например, поставим пихту вместо новогодней елки, она у нас простоит гораздо дольше, и она не осыпется, так как ель. Еще у ели специфический запах резкий. Пихта пахнет немножко нежнее. Вот. Да, у пихты еще шишки растут вертикально, то есть вверх, а у ели вниз. Я тоже никогда не садила деревья, хотя на огороде каждое лето. Что раньше? Ну, сажу разные растения, но деревья еще первый раз сажу. Так что это нас ждет? Ну что ж, это будет лукопримирение? Нет, я тебя здесь закопаю. Тогда надо делать поглубже. Садил этой весной 5 сосен. 2 из них, по-моему, не приживутся, но вот 3 еще держатся, а 2 уже под наклоном стали. Вот для себя взял, что трудно копать очень, когда много камней. И еще знаю теперь, что не надо копать там, где другие деревья, потому что за день корневая система и деревьям будет неуютно. А это кедр. Плодоносить начнет лет в 40, а расти будет все 300. Долгожитель. Это кедр корейский. По-другому ее еще называют сосна кедровая корейская. На латыни это Pinus coreensis. Кедр очень ценен своими орехами, как бы он кормит нашу тайгу. Кедр у нас запрещен в рубку, то есть официально его рубить в нашей стране нельзя. Урок усвоили. Мне понравилось дерево сидеть и копать понравилось. Мне понравилось, что мы много людей было, много народу. Мне очень понравилось. Это делают, чтобы было красиво. Мы все постарались от души. Надеемся, саженцы приживутся. А хозяева площадки будут деревья поливать как надо. Раз в 3 дня, если нет дождя. И эту пачку
в шарик знают все на свете. Даже очень маленькие, маленькие дети. Малочку любимая, малочку полезная, да незаменимая. Всем вокруг известно. Мама в магазине часто покупает и в мою любимую чашку наливает. Вкусная-привкусная, милая-примилая. Малочку волшебная, чашечка любимая. Так весело отметили день рождения артисты народной цирковой студии «Искорка». 35 лет! Кататься на одном колесе, делать трюки в воздухе и твердо держаться на подвижных катушках могут ребята от 7 до 18 лет микрорайона Железнодорожной Слободы. Цирковое искусство – это весело. Это ты, получается, развиваешь себя, внутренние свои, получается, качества. Ты учишься все делать командой. Я умею заниматься эквилибристикой, немного гимнастики, ну, в основном, еще и скакалка. 35 лет студии и 55 лет ее руководителю. Он живет цирком с 8 класса. Сергей Павлович Ужик возит ребят на разные конкурсы. Оттуда эквилибристы привозят не только награды, но и новые знакомства. Поздравить наших приехали ребята из Владивостока. Цирковая студия «Конфетти», «Веселая арена» из Арсеньева. Я вообще занимаюсь хула-хупами, то есть обручи. Самый такой трюк сложный, который я делаю, это подъем 7 обручей на тело и крутка 25 обручей на теле. Если новичок попробует, допустим, много обручей на себя крутить, то он может повредить себе спину. Ну, я пошла 6 лет и уже никак не могу отвязаться от этого циркового искусства. У нас есть световой реквизит, и мы, получается, жонглируем им на сцене. Таланты «Искорки» не раз украшали и нашу программу. Учили ведущих подростка балансу на машинном тросе. Показывали, каково это жонглировать 4 руки. Парни на джоли-джамперах укрепили колонну монстрации в прошлом году. Припрыгают и в этот раз. Но об этом в следующем сюжете. 1 июня телепрограмме «Подросток» исполнится год. За это время, как ведущие журналисты, попробовали себя 22 пары обычных школьников. Они показали 46 выпусков. Год как мы в эфире, а на день рождения принято что? Отличная идея нашего режиссера Ульяны – пригласить всех зрителей и сказочных персонажей вновь вырастить до городского масштаба. День защиты детей. Еще один повод устроить дружный праздник, массовую акцию, монстрацию. Родители и дети, стряхните пыль с карнавальных костюмов. Нарисуйте плакаты, поздравления нашей программе или подурачьтесь. Год назад транспаранты пестрили детскими надписями «Дорогу попугаем», «Ой, все, она не слипнется». Приходите на наш день рождения и скажите на камеру все, что хочется. Открытый микрофон, открытый микрофон. 1 июня в час дня колонна двинется от центральной площади в городской парк, а там шоу и конкурсы. Будем разыгрывать фирменные футболки с логотипом «Подростка». Хочешь себе такую? Итак, всем снять школьную форму. Рюкзаки на пол. Объявляем начало горячих каникул. О, горячо. О. Откуда, Бабик? Что-то мы не то делаем. Ярик, так какие планы на лето? Хотел бы сходить в поход с друзьями. По мне, лучше так съездить на дачу и пожарить шашлычки. А я еще поеду в лагерь. Потом с родителями на 2-3 недели в палатках на море. Там много грибов, малины и змей. Смотри, а то змея заползет тебе в палатку или в спальный мешок погреться. В этом случае главное не делать резких движений, а просто любоваться рептилией. Сама уползет. Да и по лесу лучше ходить шумно. Тогда змея услышит шаги и скроется. Главное сдержаться, не попытаться поймать ее. А прикинь, на улице будет погода ужасная. В лагере места нет. А тебя еще и наказали за то, что ты разбил мечом фонарь. Придется сидеть дома.
меня не напугаешь. Я прошел 5 дней тренировок в московском футбольном лагере. Там были тренеры из школы футбольного клуба Барселоны. И вот что я узнал. В Африке и Латинской Америке играют в футбол босиком. На асфальте или на песке. И играют чулком, в котором набита бумага. Таким мячом в квартире точно ничего не разобьешь. Он рельефный. Я говорил, ничего не разобьешь, да? Кстати, с таким снарядом тренировался сам великий Пеле. Трофим, ты где? Я тут. Смотри, что дома отрыл. Если планов на каникул нет, зови друзей в гости и играй. Приглашаем. Присоединяйся. Давайте. Ярослав, левая нога на серый? Это желтый. Желтый. Трофим, левая нога на красный. Не моя левая нога, не красный. Мы надеемся, все закончили школу хорошо. Будете вести себя прилично. И родители разрешат вам проводить много времени на улице. Ведь это не менее полезно, чем сидеть за учебниками на пару с репетитором. Пытливый зритель мог запомнить, что в начале программы мы захватили и пытали девочек, ведущих нашей программы. Что с ними? Что с ними произошло и куда мы их дели, мы вам не скажем. В следующем выпуске будем отмечать День защиты детей, а весь месяц день рождения нашей программы. Для каждого родителя ребенок кто? Правильно, царь. Мы с Трофимом новый указ издадим. Итак, между прочим, масло-жир-комбинат группы компании «Янта», нашего генерального партнера, входит в пятерку сильнейших предприятий России. Продукцию «Янты» любят кушать и за рубежом, в Китае, Монголии и Таиланде. Ты свеж, красив и молод, занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария, совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь, сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию, я тебе заговорят твои радиостанции.